Здравия желаю, с вами Командор Вэлл, или Команданте Вэлл, во второй серии Гвиала. Гвиала — это мой летсплей по Тропико 6, если что, поясняю. Такая тема, где я пока банально учусь играть в Тропико на рандомной карте, ну, такую, которую мне было проще подобрать. Исходя из своих там принципов развития, ну, чтобы я мог потестировать. И я ее буду несколько раз проходить. Вот. Хотя, может быть, я один раз пройду, так как я некоторые фичи понял, как я уже говорил. И скорее так и придется от них играть. Кстати, эта плантация сейчас, значит, разнообразки 70%. Может, еще сюда, ну, то есть вот эти конечные... Плантация. Сейчас надо будет задуматься про конечки вот эти. Если честно. Вот тут и... А, ну она все равно... Да, раньше... Ну, только вот здесь раньше может. Если впихнуть, например, банан подвинуть, как вариант. Может, по-моему, здесь раньше хорошо растет просто... скотоводческое, что является правдой, 80%, но это почти, ну, 90, конечно, лучше, но она может также поднять эффективность на 10. Трем плантациям, две из них короны. Это сахар. А, так это же плантация. А, точняк. Тогда двум плантациям. Да. Варианте, ну, 20% это для меня. У меня получалось 50, но это сложно добиться. Нужно, чтобы каждая планта... Ну, у меня не получится здесь. С учетом того, как растет, просто не получится. Тогда задумаемся все-таки насчет... ну, еще одну плантацию можно сюда вкинуть. Тем более, раз так получилось. Под разнообразную культуру она добивает. Опять же, либо... На кукуруза. Может быть. Но 69. Но это вот самый нижний предел. Это я еще могу дом снести. Не знаю, поможет. Как вариант, сахар 69. Здесь там. Ну, сейчас задумаюсь. Настолько все хреново. Может быть, табак. Но табак 77. С другой, мне нужен и табак. У нас 5 плантаций, 2 фабрики, потом одна сигаретная. Знаете, так и поступим, пожалуй. Последняя табачная. И дальше нужно... А, ну вот здесь дома и развлекательный центр. Все уже продумать. Все, значит, табачка есть. Да, скорее вот сюда надо будет отдельную дорогу. Порт чуть-чуть сместить, переместить за 1000. Но это можно пока подождать. Далее. Ну, можно и не ждать. Вон, я смотрю, дорога сразу. Прокладывайся. Но при этом рабочих рук достаточно. Первый спирт есть. Надо начать тоже переработку. А, все, 176 форт есть, и нужно думать еще о форте 220-230. А то братство, пиратство — это зло. Причем ко мне почему-то сразу, я так и не понял, это зависит от населения. Напасть могут сразу, почти. Мне приплыло, по-моему, 7 или 8 штук, в третий или в четвертый раз. Либо это от времени зависело, либо от населения, либо от чего-то еще. А, возможно, еще денег. Да, настоящая здесь, понятно, экспортная смесь. Вот, и нужно, да, думать еще о домах.
Но дома это вот здесь. Продуктовый здесь. Церковь. Как раз церковь хотел. Чтобы они могли, во-первых, церковь и получить медпомощь начальная. Там указ градостроения. Пока библиотека, мне нужны очки. 33. И... На библиотеке, где я хочу, в принципе, можно разместить. Но так надо, чтобы и по красоте, и по... Да, пока с этим, с одной, мне одной хватит. Распределяем лучше. Все-таки экономика есть экономика. Важная часть моей части. 50. Ну и по крайней мере минус убиваю. И в теории все-таки вот здесь плантацию. Но по-моему последнюю плантацию. Скорее ничего не прокатит. Вообще ничего. Ну, 66. Ну, вот кофеечную. Кошак, я тебя хочу грохнуть. Да, здесь есть кофеечная, но зато банан, табак, сахар. Должен 50% получить. Правильно? Если я его тут размещу. Ну или хотя бы 40, это покрытие. И тут тогда нужен вопрос. А, ну, лучше табак. Потому что вот 3... Ну, 66 это... Я считаю, 70 это вообще притык. С одной стороны. С другой 66, но по крайней мере... Сейчас принимаю такое решение. Это минимальный... Ну, почти план минимум. Лучше особо здесь не будет. Там, где я могу кучу плантаций сделать. Вот в чем прикол. Ну, с другой части я города хотел. Но у меня табачки две. Две может не хватить просто на переработку. Но с другой стороны, пусть у меня будет диверсификация. Ладно, кофе. Последнее. Потому что у меня кофе реально не производится. Нужно срочно это делать. Что-то я пока даже не могу просчитать. Или 498, 507. То есть по девятке. Восьмерка. 8-9. Да. 42-36. 17. Блин, надо замерить все-таки. Понормально, а то я могу сильно ошибиться. Значит, 819. И не забывай серию Командор. Ты должен четко уложить и поставить таймер для этого. А ты не поставил, гад. В общем, 819-551. Ну, как я сказал, девятка, мы взяли 17. Поправка 17.
Ну, то есть один к двум. Два единицы. Ну, скорее так оно и есть. Две единицы сахара — это одна единица рома. И, между прочим, если это правда, я хочу тогда разочаровать... Потому что ром... А, не, ладно, если стандарт... Я видел просто по 5600. Ну, если ром 9200, а сахар 2500, тогда да. Ты почти удваиваешь после переработки цену. Не поспоришь. Какао. Ну, кстати, как и доски. Но доски там еще лучше. Ну, в теории можно каучук закупать. Я вот что боюсь. Но он нам предлагает по 1600 корона. Ну, получается, это наша экспортная цена, я так прикидываю, 1700. Казалось бы, да, вот выгода на 50% ниже. Да, кстати, не, ну вот 50% это в два раза дешевле у них. А я вообще отдавал, получается, там, даже не 70-80% у них. 85% от стоимости кокоса. Точнее, не 80, а 15% от стоимости реальной кокоса я отдавал экспорт. Просто я вот боюсь, что не получится ли такая тема. В теории можно кокос, кокосы склады сделать. Но вот нету тут темы. Мне будет хорошо импортировать. Кстати, он сахар. $232. Но получается, так оно и есть. Как бы скидку показывают вау-вау-вау, но на самом деле, если мы будем чисто с точки зрения перепродажи это делать, нифига мы не выигрываем. Ну, если упадет цена, то что мне как бы делать? Ну, ладно, я попробую заодно поиграть с этим. Пожалуй. У меня достаточно... Если что, некоторые можно отменять. Во-первых, какао мы производим. Табак. С каучуком. Сколько лицензий? Ну, вообще дорого. Окей, если что, отменим. Надеюсь, мне не придется. С другой мы уже можем ром. Пожалуй, дайте выпить. Это гарантия, что мы будем получать больше. Мне его еще нужно апнуть. Тогда можно подождать. Вы построили? То я увидел, что умер. У меня в основном от эмиграции... Еще он умер. Самого... Что за фигня? У нас еще не прибыли люди. Там 179 и потом 180. То ли типа вырос еще считается, ребенок на тропика. А то как будто бы это, знаете, умер и самовоскрешайся. Есть такой мем. Умирай и воскрешайся. Ну вот что-то в этом духе получается. Вот сейчас должно прибыть население. И вот это да. И кто-то умер. Если можно посмотреть в альманахе, от чего умерли. Но я думаю, от плохой медицины. Ну вот спад.
Голод! Ну, плохое здравоохранение, это понятно, что его просто нет. Тут только часовни могут помочь. Я для этого и сделал. И построил. А, и еще насчет... Так, пожалуй, пока... Черт, не успел. Я думаю, вот такую тему можно. Установка коммуникации. Нормальная тема. В начале. Так меньше будут дохнуть. Ну да, здесь нет смысла пока что-то менять. Точно у меня бюджет не забирает? Я вот что и подумал. То есть фишка в чем? То есть то, что я вот эти 10% выжимаю. Как же микроконтроль, ты меня бесишь, серьезно. Тогда то, что вот эти вот 10% еще и за обслуживание. Или оно стандартное? Не, это от бюджета зависит обслуживание. Ты смотри, какой микроконтроль. Кстати, 10% за пятерочку берутся. Ага. Ого. Но потом нельзя будет контролом пользоваться. Либо надо будет потом постоянно смотреть, хотя я на эту фичу не обращал внимания, но так-то да. Но то, что обслуживание здания забирает. Помимо прочего. Неплохо. Но все-таки буст за пятерочку тоже. А еще, кстати, там это измельчитель расходов. Я думал, что он и на плантации действует. Но вот именно на ферм мы. За счет чего, кстати, если кучу делать ферм, то одну плантацию ради этого хотя бы буста надо делать. И он еще вроде бы складывается, так что тоже нормуль. И так и давай, гром и молния. Ну, а тут по 4 и по 5 я вижу, производит. Забирает восьмерочку. Ну, плюс-минус. То есть 1 к 2. Или девяточку иногда. Или... Нет, 13. Значит, 13. А, потому что второй подконнектился. Тогда да, понятно. В общем, надо опять считать. Еще в теории нужно с качеством проверить. Точнее, с потреблением. Ну да, потребление и эффективность. Так, 19 съела сахара. Это вместе вот после вот этого апгрейда. Гром и молния. Дало 13. А было 1 к 2, да? А если да, тогда 20-25. С округлениями, да. Тогда вообще жестко. Получится 1,7, коэффициент 1,8. Сахар на ром. Ну это да, офигенно. Ну, плюс, как я уже сказал, возможно, эффективность работает. И
И это пока грубые, если что, расчеты. 14 на 43. Девятнадцать. Ну, как-то да, так и получается. Чуть ли не один к одному, даже полтора. Потому что 19 на 14. Таймер вроде не должен сбиться. Калькулятор. Один тридцать пять, да. Если я все правильно вкурил. 43, 23. Блин, я второй не проглядел. Да. А, так у меня же точно записано. Только я не вижу. Бумажка короткая. А, 8, 8, 4 было. Еще одну. А я экономлю, потому что такие зрители. Но мне нужно больше рекламы, было больше просмотров, и он же 10 рублей не подкинет. Я буду это вечно говорить. А вы как думали? Поэтому приходится на мелких бумажках, которые у меня еще есть, писать. Так, было 8-8-4. Да, разница 13. Стало 8-9-7. Тридцать три, сорок три, двадцатка. Либо я, как уже сказал, тоже от эффективности очень жестко зависит. То есть производительность вот это 126. Причем он пишет, что 126, но на самом деле пока здесь вот это вот хреново показывают в предыдущей части, да, за счет опыта предыдущей части, пока не все на работе, одного, видите, недостаточность. Это проблема вызывает, типа эффективность меньше. Недосдача 20, ну и теперь то же самое. А так уже 1.53. Ну, наверное, 1.5 коэффициент. Но даже так Ром реально вышибает тогда. Ну да, как-то так оно и есть сейчас. Но тогда сейчас по макс эффективности посмотреть. Давай. Кури, бамбук. Кури, братан. А, и насчет бамбука надо дома делать. Организовывать уже зоны. Это нужно нужно строить зиккураты. Для постройки зиккуратов нужно больше золота. Так, записываем. И опять, кстати, 33-43. Так, я пока считаю, тут двоечка. 25. Выхлоп 17. Полторашка.
Так, я не понял, что-то как-то... То ли еще один работник считается? А, да, логично. 18 плюс, если 8, 20. Я так считаю пока. В уме от себя... Стоп, пода... 3... А, да, ошибка. 32,90. Я думаю, что-то 33 опять не складируется, правда, да, 8. Просто я отнимаю 8 от 92, а потом прибавляю к 18. Ну, так посчитать решил. 8 и 26, как раз 26 на 18. А вот уже остальное делю на 18. Ну, полторашка, да, где-то получается. Я сверх, да, то, что... А, черт, еще замер. Бумажка еще одна. А, можно же перевернуть. Все, во все виноваты, кстати, вот что я вот так вот считаю. Разраб, я тебя ненавижу. Серьезно. Че, вот так сложно тебе формулу было дать? Вот ты сделал. Смотрите, вот у тебя есть несколько вкладок. Засранец, ты возьми вот здесь, сделай еще одну вкладку, как считается. Как-то основы механики, я не знаю, там. Сколько потребления? Вот ты написал, у тебя есть. Потребление снижается. А можно написать, как четко снижается, как оно вообще, скоростью, с которой создает продукция, как оно учитывает, сколько потребляет? А, кстати, по этому... Я сейчас забыл, знаете, что учесть? У меня же еще ботанические сады делать. Застройка будет сложной. Скучный сахарный тростник. Драгбаре. Ну, просто вот ну, несерьезно, понимаешь? И это шестой тропика. Я просто обрушу весь свой гнев вот за такой просто подход галимый, дырявый, что нельзя в игре объяснить, что как работает. Это мы должны это видеть. И, кстати, да, обучение я тоже прошел. Отстой. Ну, где-то даже 1,4, наверное, коэффициент общий. Пятьдесят два. Ну, один отошел. Ну, где-то, да, так вот, коэффициент. Нормальная переработка сахар в спирт. Короче, повышает в 3 раза примерно. Да даже не в 3. Или стоп, в 3. Сколько там стандарт сахар? 2500. То есть за 3 штуки, а ром, да, 9000. То есть, ну, даже, может быть... А, давай его надбавим. Окей, если по показателю 1500-1200, то есть тогда я так посчитаю... А нет, это 3700, а ром 9000. В 2,5, короче, возьмем так. Ром, перегонка увеличивает. Я бы даже сказал в 2 раза с учетом зарплаты, но тоже неплохо. Пожалуй, ништяк. Хорошо, хоть альманах, знаете, стал...
И то условно лучше, но вот здесь график, сколько обработано, сколько не это. А, ну да. Да, обработан, вот я же что-то сказал. Мы сделали правое дело. Можно еще один это. И это 4, да, сахарных шляпы. 5. Работают. Будет на 2 спиртзавода. 5. Поэтому я и говорю про 1 к 3. И это еще не факт, что все прокатит. Оп. Так, что у нас еще? Кофе у меня записан. Кокосы-то отдельно надо. Ладно, придется оставить. Сколько у меня кофе? 2, 3, 4, 5, 6. Место. Еще и ручка тупит. Теперь записываю кокос. Представляете, кокосы по 200 точно у меня было. Продавать. Это 8 раз упал. Хотя сейчас вон... А, ну это автоэкспорт стока. 1800. Далее что? Каучук уже был записан. Бревна, доски примерно получается та же шляпа. Там из одного бревна две доски. При этом бревно стоит 1500, доски 200. А ты уже раздваиваешь прибыль. Получается, одно бревно — это уже, ну, переработанная доска. Раз, в два раза больше. Это уже 3 штуки. И сами по себе доски стоят. Ну, тоже x4. Да, это круче, чем сахар, но я объяснил. Ну, или примерно где-то как сахар, словно. Но проблема в том, что когда падает цена, это все. Ты просто идешь лесом. По-моему, игрушки отстоя все-таки. Насколько я помню. Ну, может, от них отыграем. Че, мясо подорожало, что ли? Ну, походу, на том. До 3400. Почти в два раза. Плюс 50%. Давайте, нам еще спиртягу надо. И дальше уже начинать вуди устраивать. Бревна. А, и мне, да, есть пока чем заняться. Посмотреть, поцырить свит подсо. Хотя, я думаю, от лесопилок можно было бы вообще шикарно посмотреть. Насчет лесопилок. Я сейчас так задумался, у нас не перегрузка ли по линиям? Капитан! У нас не зря компания перевозчиков лишняя. И еще нужно открывать, честно говоря, вот сейчас с прибыли. С первой, потому что я вижу уже, начинают склады полнить. Они не справляются. Да, всем не займешься. Вот это я понимаю, 7 штук. Всего-то 600, Рома. А, ты даже в эту табачку. Но только не говори, что ты вот тут... Вот в этот порт. Только не в этот порт. А вот этот вроде так и делает. Ну, слава богине.
Давай, давай, давай. Ну, 10 штук еще этот. Да, это же... Вот. Нагрузили, успели. Просто 2800. Так-то мне нужна еще контора иждивенцев. Потом придется все, я думаю, перестраивать. Пока я сам даже не знаю, куда, что мне идти, что строить. Вот это сложно. Ну хотя бы главное разделили, плантация это. Да там будем подстраиваться, походу так. Но я помню, что мне нужно здесь вообще несколько штук. Вот эти загрязнения делают, устраивают. Но в основном именно лачуги. Плантации экологически чистые. Где будет сейчас долина табака и разврата. Тогда да, тут акции греха, как говорится. Акции грехов, но тут по-любасу надо будет антизагрязнялку ставить. Например, продолжить работу губернатора. Да иди лесом. Мне все равно... Я понял, в чем фишка. У меня, наверное, не стоит пиратская пещера, поэтому мы не можем торговать с пиратами. Или приберечь. Пока приберечь, наверное, если... Чуть вас не это обчихал, но есть смысл, короче, пока поставить. Чуть-чуть не считается. Я рот прикрыл. Да, таймер работает дальше. Так, что-то я хотел проверить. Может, вот здесь будет ли ром загружать в нижний порт? $24,000. Вот это я понимаю. И может еще успеет вкинуть прибыль. Или она уже фиксанулась. Да, фиксанулась. И таки еще один спиртзавод. А, подожди. Логика. Но по сахару будет вот сюда свозить проще, если я дорогу проведу. Из этой плантации. Но только из этой. С другой... А, да. Не выиграет вообще никак. С другой, о чем мне какие проблемы провести эту дорогу? Потом, как я уже сказал, темницу это перенести. Скорее, это будет важнее. Конкретно тут. И все-таки перенос уже сразу. Ну, хоть перенести сделали. Отрицательный тренд. Но это не дикие 200, а то и там 170.
которые я получал. Вот это дико. Дикий просто трэш. Ну и вроде бы уже можем на антикриминал переводить портовую службу. 22 вакансии. Говорю, с этим... Ну, это я сейчас разбираюсь с микроконтролем, да, понятно. Потом можно будет упростить микроконтроль. В плане... Ну, как, во-первых, когда я изучу и гайды сделаю, тогда однозначно упрощу. А, это ниже среднего. Ну, вон, кукуруза уже упала в два... А... Как, несмотря на то, что показывают, заметьте, 36, реально 1200, если мы будем перевозить в корону даже вот по такому торговому маршруту. Интересная тема. А так кукуруза упала в два раза более чем. Там на 60% от стандарта, или может больше. Ну вот это меня будет, хотя я без этого особо смотрел, но меня раздражало. Когда я занимался этим кликбейтом, мониторингом. Это неинтересно. Я и так вон первую серию записал, мы еще даже далеко не ушли от колониальной эпохи. А он мне вот это вот предлагает мониторить разраб. Очень интересно. И насчет очень интересно, нужен еще один форт, и да, можно уже делать пиратскую пещеру. Потому что этот форт почти все поглощает внизу. Не все, конечно. Но потом... Но с другой я не хочу. Или потом перенесем. Просто чтобы они далеко шли на работу. Пока хватит. И вот так действительно. И таким образом я еще что думал. То есть форт на форт. Если его все-таки здесь разместить, то они друг друга помогают в обороне. Враг, в общем, не подступится. Но тогда вот так, и заодно Эль-Президента вообще защищен дворец главы государства. Становится банально неприступным. То есть два форта, они друг друга полностью не перекрывают. Ну, если здесь я бы поставил перекрыл, может и поставить. Ну, я решил как бы усреднить оборону, ладно. Спиртяга. Ты знаешь, подождешь. Во-во-во-во-во, давай. Мне нужны эти 20 тысяч. Прям вот чувствую... Мне все равно 20 тысяч, и даже не от Рома. Хотя Ром это 5 штук. Четверть. Схорочка и всякая такая шляпа. Извиняюсь, дружище, но мне нужен... Йо. А, только сейчас засчиталось, да, 28. Вот так кукуруза получается на 400, даже на 50%, даже если ниже среднего считать, заключить с ними контракт. И меня больше бесит, что нельзя, то есть автоэкспорт все равно существует, нельзя запретить экспорт. Ну, несерьезный подход, повторю еще раз, у разраба. Если вы такую систему делаете, все должно быть чики-пуки. Ну, я думаю, 19 на 500. Не, ну, по сути, тогда с тобой заключаем пока эту сделку. Давай 4000. Пиратскую станцию запускаем.
эфире пиратская станция. Ну, вот, как я предлагаю, да, здесь можно. Ну, так кокосов и так... Или пусть перекрывают форт на форт. Действительно, ладно. Заодно спиртзавод есть. А, по спиртзаводу... Ну, пока я не могу с конторами разобраться. Ну, или одну контору тогда еще внизу. И насчет контор. И еще, я думаю, все-таки... То ли вакансии создать, то ли начать строительство домов. Ну, вакансии сейчас... Да, тогда указ. Плюс еще это... Я смотрю, чтобы мы не ушли. Пожалуй, все-таки больше торговых лицензий. С другой стороны, все-таки... Дома — это тоже стандартная прибыль и удовлетворенность людей. Если так думать. Но зато мы можем, да, кофеёк подписать наконец-то. О, банан. Какой у тебя стандарт? 1700. Какой у тебя цвет? Цвет... 1700 зеленых бумажек. И еще ананас. И надо проанализировать вообще тренды. Все-таки я сейчас один склад по приколу поставлю. Заодно. И что-то еще осталось, получается, у меня... Ананас, банан. Ну, можно рыбу тогда и морепродукты записать. Рыба 2600, нифига себе, рыба так-то дорогая. Хочу морепродукт... А, ну у меня, насколько я помню, далеко. Ну, чтобы было... Нет, недалеко, сойдет. Ну, диверсификация, даже не продукция, чтобы у людей было что поесть. И все-таки, да, запускаем протокол. Я считаю, что дома это... Лучшая тема. Еще развлечение нужно думать. Здравоохранение. Церковь. На, еще, кстати, дома точно и на здраво... Прикол в том, что они влияют на здравоохранение, потому что люди меньше в лачугах, они вообще разбрасывают. Загрязнение усиливается. И это ухудшает загрязнение, а загрязнение, как написано, влияет на медицину. И на смерти. Поэтому дома даже с этой точки зрения хороши. Так. Чей-то хотел. И хотя людям нрав... Ну, или здесь еще, я думаю, продуктовый там нафигачить. Ну, тут понятно. Ну, или еще одну контору можно... Или продуктовый магазин.
Это же может быть что-то, выход на дорогу можно задействовать. На магазин три клетки. Но все равно подумать можно. Чтобы было где пожить. Ну и, соответственно, раз контора здесь будет. Чтобы было у людей где пожить. Еще думаю, может, две таверны поставить. Кое-что проверить хочу. И у меня такая... А, ну пиратская суда бы. Например. Хотя у меня тут пиратская... А с другой все равно дорога дойдет, почему нет? Чтобы она особо не мешалась. Ну, с другой, вторая библиотека тоже бы не помешала, ну ладно. Точно уже провел? Угу. Давайте, мне там нужно больше рому на экспорт. Вы еще можете накинуть, чтобы у нас плюс так был плюс. Еще тоже тему понял, что средний бюджет вообще тема. Нет, не знаю, насколько качество влияет. Просто удовлетворенность жильем. Ну, в общем, это будет плюс. Максимум бюджет тоже плюс в простых домах, но я считаю, так сойдет. Кошак, я бы грохнул тебя. Будь моя воля. Вечное мя. Мя это, мя то. Мя хочу гарем из кошечек. Все как обычно, командир. Так. Ну и в теории можно, конечно, еще зафигачить. Я думаю, тогда вот эту вот дорогу сразу. Куда-то там. Больше губернатор, только бот. Да ты, блин, издеваешься. Короче, в следующую эпоху надо переходить. Надоел. Просто спиртзавод за то, чтобы продление можно, как я уже сказал. Просто хотел тут раскинуть свои ласты по-другому немножечко. Но есть другой прикол. Да, в упор. Ну и на всякий случай, все-таки я помню, кризис можно будет закрыть, но кризис, если случится, это будет лажа. По здравоохранению тогда еще нужно заодно. Да прибудет с вами слово его. Ладно, не будем, да, под спиртзавод, пока церковь. Так, чтобы и красиво, и чтобы эпично, и всякая другая лажа. А, ну пока да, отдельно вот здесь. Хотя мы сможем другие церкви ставить, ну ладно, пока так. И даже гробить никого не нужно.
Он уже кокоса по 900. Ну, так-то я бы не прочь подписать, но у нас мало мест. Да и мы уже хотим выйти, чтобы начать табачок перерабатывать. Так, а что у меня осталось-то на трубе? Ананасы, я думаю... А, хлопок. Нет, хлопок я записал, тогда... Кофе, какао, каучук. Да, кукурузинка. И, между прочим, мы подписали контракт по кукурузе, да? Сколько ты стоишь? Кукурузинка! Так-то заметьте, кукурузка нормально, две штуки. При том, что у нее апгрейды идут сразу. Растет так ничего ж. По 6. А ты, ну, это сейчас подошли. Ну, можно селекцию просто сделать и повысить эффективность. А, это еще под мегаэффективностью. Упс. Ну, тогда мы... Давай... Нет, событий 98 месяцев. Прожили уже. Чё, хочу тренды посмотреть. Насколько я угадал по обвалу или по скачкам цен. В общем, пока отклонение... Не, ну в два раза уже понижалось. Ну, смотря, да, как считать, но кукурузинка... И, по сути, у нас сейчас сахар-ром. Нужно, да, во-первых, доски переходить в доску. Но есть немножечко другая тема, ну и кокосы там. Ну, вообще надо, да, менять. Менять ветку тренда. У меня реально много на ром завязано. Конечно, цигарки, никто не спорит, что цигарка это цигарка. Только максимальную эффективность никто не обещает. Чё, серьезно? У меня 40 вакансий. Ну, это просто прибыли считается уже. Нашли себе вакансию быстро. Команданта такой, слышите, быстро нашли себя. И, кстати, да, все, давай. Я всегда стараюсь. Двойная выгода. Про двойную выгоду я вспоминаю всегда серию Мотоки. Давайте я... Не, я разделю тебя. Расчленю до органы. Двойную выгоду получу. Ох уж это. Майор. Думаю, здесь сигаретка вот прям сюда почти идеальная. Не, а, ну здесь... Полицейская, черт. Ну да, сюда. Просто еще табак здесь. Так-то здесь было бы идеально. Он вот так бы мог по маршруту. Но мега идеала я... А, ну здесь контора. Ну, может, как-то контору по-другому переместить. Ну, например, действительно сюда. А здесь... Девочки фабричные в парней влюбляются. Какая-то такая лажа. В общем. А домов надо, ой, как дофига. Это я только начал, да? Ну и пока стандарт у меня 3, значит,
бревна. Ну вот хрен мне, да? Бревна делаю. Ну или чтобы вот... Фэншуй. А почему тогда фэншуй здесь 4? А, или это так кажется, что 4, а реально-то не 4. Ну-ка. Да, думаю, что меня обманывает система фэншуя. Потому что разные спрайты зданий. Ну, вот это как бы считается клеткой. Но вот это вот само как бы здание основа. А так они действительно будут занимать ровно столько, сколько занимает. Ну, можно как бы сдвинуть на одну клетку, чтобы это как бы смотрелось по фэншую, но... Да пошел этот фэншуй! Командор, пошлем фэншуй на 3 буквы. Главное это не знаю что, но что-то главное, в общем. У меня начинает возникать резкое желание им действительно выкупиться. Чтобы начать дальше идти по пути путя. Что-то какой-то бред несу. Я почему за здесь хочу, считай, лучше поставить. Здесь, может быть, домишки еще можно будет зафигачить. Нет. Думаю, может, что-то все-таки сюда впихнуть такое интересное можно будет. А, ну, таверна, это понятно. Все-таки домов побольше. Ну, давай. И еще нужно будет медицину. Еще можно и газету попахнуть. Это ты занят, что ли, считаешься? Серьезно, подход. Но еще лучше, конечно, где-то вот тут вот газету, нежели как я планирую. С другой, прям уровень свобод рядом с жителями. Ладно. А мне они еще понадобятся. Газетчики рулят. А теперь я хочу посмотреть на тебя, Ольманах, Ольманах, Ольманах. Не, смотрите, пишешь, обработано 7000, экспортируем 9. То есть тонкий намек, что мы как бы можем еще один спиртзавод нафигачить. Мне об этом говорит игра. Тут даже экспорт меньше, на шоку больше, 10%. Поправка 20%, ну да, так примерно и показывается. Дешевый кокос. А чё, вот сейчас кокос, сколько мы кокосы? А вот не написано, понимаете, вот... Стандартные, или это только в импорте? Ну, в общем, мы за 800, да? Ну, в теории выгодно. Но я уж точно экспорт лучше 20%, потому что, хотя, если еще кокос упадет,
Да, ставь на белое золото, ставь на белое золото. Ну че, я думаю, да, давайте скажу, в принципе, после этого контракта. Оригато за просмотр. Всего наилучшего на этом. Вторая серия Гвиала закончена. Ждите следующую, где я буду изучать и дальше Тропика. Не забудь, кстати, да, поставить лайк, если что-то ты тоже заметил, у тебя есть какая-то интересная информация по Тропика 6, напиши коммент, вот. Подпишись на канал, все-таки будет скоро гайды по Тропика. Ну и на этом как бы все. Ну, можешь еще расшарить с друзьями мой канал. Ха!